Всем привет, с вами Юля. Сегодня 12 марта, воскресенье. И сегодня я хочу подвести итоги по вышивке за январь, февраль и вот половину месяца марта. У меня в последнее время видео выходят крайне редко, но буду стараться показывать здесь уже в таких видео все сразу. Процессы, старты, финиши, покупки, все мои рукодельные новости. Ну и, во-первых, хочу показать вам те работы, которые, в общем-то, вы уже видели в январских видео. Это моя дорожка, которую я начала вышивать в прошлом году. Это мой был такой эксперимент, первая работа большая. Размер которой должен был быть 160 на 60 сантиметров, но оказывается Лугана 25 от Свайгард садится очень круто, и у меня конечный размер получился 150 на 48 сантиметров. Очень-очень садится этот материал, причем стирала при 30 градусов, такой в теплой водичке, ничего не горячее, и тем не менее вот так вот сильно садится эта Лугана. И я сейчас еще один кусок ткани подготовила к дорожке, тоже постирала, тоже очень сильно села. Конечно, это нужно как-то иметь в виду, рассчитывать, потому что я не знала, что Лугана вот так сильно садится. Ну, это уже такие как бы моменты. Сама дорожка получилась, конечно, очень красивая, вдохновляющая. И конечно же, большую часть работы я проделала в прошлом году. Вот, и в этом году там мне оставалось совсем чуть-чуть дошить. Но вот так как финиш состоялся в этом году, так и озвучиваю в этом году. Итак, по материалам. Здесь у меня была ткань Лугана 25 каунта. Ниточки ДМС 355 номер 13. Мотков у меня ушло. Я уже когда, в принципе, в влоге показывала вам, я уже завершила, потом уже вроде бы все постирала, расстелила, увидела, что были пропущены крестики, все-таки пришлось докупать еще моток, вот, и да, вышивать какие-то крестики, поэтому получилось 13 мотков, но не полных, хотя ниточки я, конечно, экономила. И также у меня был ДМС Перле Катон номер 69, восьмерка, один моток у меня всего ушел, ну и ДМС Перле Катон, белый цвет, я уже не помню какой там номер, просто белый, тоже толщина нитки восьмерка. Ну, сейчас смотрю в блокнот, начала я эту дорожку 20 сентября 2022 года. Вот, ну, в принципе, вышивала не только ее одну, и знаете, меня всегда спрашивали, да и я сама думала, как вот можно вышивать вот только, ну, как один, да, монотонный рисунок одним цветом. Но в этом тоже есть свой интерес, свой азарт, и, знаете, очень-очень затягивает, потому что здесь именно прелесть не в том, что проявляется какой-то рисунок, а именно в прохождении километража. Вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и вот так вот постепенно-постепенно продвигаясь, настроение появляется вместе с продвижением. Также я здесь впервые попробовала самый базовый элемент хардангера. Это вот такой вот, ну, цветочек, где внутри идет алжирский глазик. Меня этот процесс очень затяну, так сказать. Надо немножко подвинуть, чтобы было тоже видно получше полностью весь рисунок. Вот так. Конечно, не помещается дорожка. Вот здесь у меня в кадр вся. Ну, вот так хотя бы чуть-чуть был виден полностью рисунок. И вот именно с этого базового элемента у меня проявился интерес к хардангеру. Ну, и сейчас я уже начала еще одну дорожку, попозже вам покажу. Ну, вообще, конечно, сделать такую вещь, которой пользуешься, которая постоянно на виду, это, конечно, супер. Вот я постоянно любуюсь этой дорожкой, и мужу очень нравится, он помогал мне выбирать цветовую гамму, рисунок. Мы вместе с ним сидели, думали, как лучше, какой рисунок лучше выбрать. Ну, и вместе с ним определили, что вот такой рисунок, такие ниточки. Ниточки, кстати, у меня были эти подобраны на другую дорожку, поэтому я оттуда их вытащила, и очень удачно они у меня здесь, в общем-то, хорошо использовались, подошли цвета. Вот такая у меня работа в этом году завершилась, меня вдохновила на новые подвиги, поэтому теперь какие-то прикладные вещи, дорожки, скатерти,
я не знаю, подушки будут постоянно, наверное, в моей практике, потому что, ну, это очень практично. Просто вышивать в рулон, как бы уже, наверное, ну, все равно вышивать нравится, но как-то жалко, потому что все это я не могу оформить. А это вот именно практичные вещи, такие красивые. Поэтому я очень довольна. Так, также в начале года у меня выполнилась вот такая чудесная небольшая подушечка. Это Mill Hill. Вот здесь вышивка бисером, ну, немножко крестиков, там совсем их чуть-чуть. И также есть вот такие вот украшения. Вышивалась работа быстро. Сборка немножко была как бы покропотливее, потому что первый раз я собирала вот такое вот изделие. Но, тем не менее, у меня все получилось. И мне очень нравится эта подушечка. Я плотненько набила, чтобы она была такая объемная. До сих пор висит, знаете, даже жалко убирать ее, хотя уже нужно доставать весенний декор. У нас весна в полном разгаре. Зимы как таковой у нас не было в этом году. Ну, наверное, дней 10 так чуть-чуть было холодно. Ну, чтобы вы понимали, чуть-чуть холодно, иногда температура опускалась, ну, до нуля пару дней. А так плюс 5, плюс 6, вот это вот максимум, что у нас было холодно. Вот, а сейчас уже почти плюс 20. Будет, конечно, еще понижение температур, все-таки март месяц, но видно уже, что как бы особых холодов уже не будет. Теплее и теплее, поэтому у нас весна полным ходом, все цветет, все зеленеет, красота. Вот поэтому нужно доставать весенний декор, а эту елочку нужно убирать. Но такая красивая, что я прям с ней не могу расстаться. Все-таки приятно делать иногда какие-то такие небольшие изделия. Хотя у меня, конечно, их уже много, достаточно, уже, наверное, хватит. Нужно больше сконцентрироваться на вот таких прикладных изделиях. Ну, иногда хочется и вот что-нибудь так вот сделать. Тут у меня, видите, моя тоже одна из любимых без корню. Риолис, такая кропотливая работа, по лугане через одну нить переплетения. Я вам ее уже показывала, конечно, много раз. Она у меня стоит, я ее не убираю, мне все нравится. И вот так вот она у меня здесь прижилась в этом подсвечнике. Я вам показывала, что покупала такой подсвечник, чтобы сделать какую-то игольницу. Но у меня здесь прижились без корнюшки, поэтому можно уже поменять на какую-нибудь весеннюю. Вот, и пусть они здесь меняются у меня. Без корню то одна, то другая. Надо же ими как-то любоваться. И, конечно, тяжело расставить все вот такие вот вещи. Вот. Такие вот новости. Это то, что у меня из финиши. Но у меня есть еще один такой почти финиш, скажем так, но очень достойный. Итак, встречайте, почти финиш, мой ангел от Lavender and Lace. Это ангел мира, размер в крестиках 249 на 270. Вышивала я на ткани, это Мурана 16 каунт от Свайгард. Вот с обратной стороны развода, оригинальная как бы основа вот с разводами, но я решила, посоветовавшись с мужем, опять же таки выбрать чистый фон, чтобы было более, как это сказать, более четко, и чтобы не уставать от фона, и картинка смотрелась бы более ясно, потому что все-таки всякие такие разводы, оно может быть вначале интересно, потом быстро устаешь от каких-то таких, каких-то экстра тканей с разводами, с какими-то такими очень активными элементами. Здесь более вот такой спокойный фон, чтобы, так сказать, картина была восприимчива на века. Ниток здесь использовалось очень много. Итак, по ниткам здесь использовалось 53 цвета чистых, потом 54 цвета чистых, 2 бленда, плюс 4 металлика и 3 вида бисера. В общем, такая насыщенная достаточно комплектация. Конечно, есть и побогаче, но, в принципе, такая достаточно насыщенная комплектация, много всего. Вот. Вышивала я эту работу долго, потому что были у меня какие-то моменты, когда я вела СП, и у меня не хватало времени на этот процесс. Были моменты, когда просто не было настроения.
Вот в прошлом году как раз вот весной у меня было сильное настроение, и я ее очень сильно продвинула, прям вышила очень много. Юбка вышивается легко, интересно, и я хорошо вышила эту работу. Но когда дошла до уже непосредственно до планеты, крылья, вот в основном планета меня затормозила, я вот на этом участке, когда стала вышивать, я уже там и споткнулась, потому что очень много там одиночек, да, настолько идет все перемешано, что я вышивала без разметки, что мне без разметки тяжело, у меня не то восприятие, есть девочки и без разметки вышивают такие сложные дизайны, прям хоп-хоп и все, у меня нет. Я вот без разметки, когда идут такие вот сложные участки одиночки и смешанные там всякие такие цвета, я очень быстро путаюсь, и если я запуталась, мне потом очень тяжело как бы снова влиться в процесс. Работа лежала, практически год пролежала, я еще делала какие-то попытки, вот, но решила взять себя в руки. Сделала разметку мононитью, как-то не пошло. Думала, мучилась и думаю, так дело не пойдет. Взяла маркер и сделала себе разметку маркером на свой страх и риск. Думаю, ну прям совсем же не останутся прям эти линии. Сделала разметку маркером и процесс пошел. Я по разметке ориентируюсь прекрасно, меня тогда уже ничего не может остановить, никакие сложности. И потихоньку этот процесс, эту планету я завершила. Лицо у меня вышивалось, в принципе, и ну, без разметки я вышивала лицо, волосы здесь вышиваются просто. А вот с планетой я справиться никак не могла. Вот, ну, крылья потом тоже, в принципе, ничего сложного, вышились. Вот. Вышив, конечно же, все крестики, я с предвкушением принялась за бисер. Вот, бисера здесь три цвета, два мелкого, как он называется, ювелирный, да, ну, мелкий бисер, ну и один цвет такой обычный крупный бисер, даже, наверное, покрупнее крупного. Сейчас вам все поближе покажу. Вот, и приступила я вышивать бисер. Бисер тоже очень интересно его пришивать, увлекательно. Пришивала вверху в нимбе, вот юбки здесь. Начала сверху пришивать, потихонечку пришивала. Я натянула на раму, чтобы мне было удобней. Не такую натяжку с креплениями, с зажимами, а с биндерами, чтобы она так не сильно затягивалась. И потихоньку вышивала. Юбка тоже очень интересно тут вышивалась, тут много бисера, сейчас я вам все подробно покажу. Вот. Ну и в какой-то момент, когда уже я стала спускаться вот именно к этой части юбки, платья зеленой, да, я стала понимать, что мне бисера может и не хватить. Очень, конечно, я берегла каждую бисериночку, чтобы нигде ничего не ускользнуло, думала, что мне не хватит именно золотого, почему-то я так... Мне казалось. Но нет, оказалось, что мне все-таки не хватило светлого бисера, вот такого жемчужного. Крупный бисер зеленый, его мне хватило. Мелкий, который золотой, ушел до одной бисеринки, даже все неровные, корявые, все были пришиты. А вот жемчужного мне не хватило. Поэтому почти финиш. И вот так вот обидно. Сразу я не догадалась посмотреть, сколько в этой пачке бисера и сага было, можно было бы как-то просчитать. Я почему-то не догадалась этого сделать, и мне пришлось дозаказать бисер. Я в своих запасах все пересмотрела, все перепроверяла, искала, думала, ну где, может быть, что-то я чем-то как-то заменю. Нет, никакого варианта не было. Поэтому я поохала-пахала и заказала еще пачку бисера. Ну, чтобы одну пачку бисера не заказывать, я заказала еще кусок основы под одну мирабилию. Когда придется, покажу, все расскажу. Мы вместе подумаем, что там я буду делать. Наугад заказала. По ключу не было, поэтому ну, вот я как обычно сейчас что-нибудь себе напридумываю. Вот, давайте покажу, конечно же, поближе. Что да как получилось. Ну, лицо я вышивала крестиком, потому что, знаете, я берегу свои глаза, уже они начинают уставать, и их нужно беречь. Каждый день вышивать, тем более вышиваю я и на мелких основах, вот, но уже понимаю, что нужно больше идти к крупным основам, к лугане, к ленте, вот туда.
потому что вечером, может быть, нужно, конечно, еще купить получше себе лампу. У меня нет такой прям сильно хорошей лампы. Ну, сейчас пока такие расходы не в моем бюджете. Вот. Вот поэтому я вышивала крестиком. Смотрится все замечательно, особенно на расстоянии. Все просто шикарно. Вот она, планета Земля, на которой я тут намучилась. Я уж тут эти крестики, эти одиночки высчитывала, дошивала, доделывала. Конечно, там есть ошибки, но их никто никогда не увидит. Даже я никогда не найду, где там у меня какие были ошибки. Такое красивое декольте. Здесь и металлик. Вот в чем интересно здесь. Здесь и металлик нескольких оттенков, плюс еще бисер. И это все настолько деликатно наслаивается. Просто, ну, потрясающая разработка. Молодцы мастера. Вот видите, вот здесь в рукаве, здесь несколько Rainbow Gallery. И они вот так вот переливаются. И очень все гармонично. Все замечательно. Здесь вот рукава. Мне здесь как раз бисера не хватило. Вот. В серединках должен вышиваться бисерок. Мне его здесь не хватило. Я думаю, может вышить золотым. Думаю, но не то будет. Надо уже потерпеть, дождаться, когда придет бисер. Вот. И дошить. Тут тоже, видите, бисера не хватило. Около 40-50 штук мне хватило. Точно не считала, но так, навскидку. Такие руки. Вот эта часть юбки очень кропотливая, но она и очень красивая. Во-первых, здесь вышивка крестом. Там три цвета. Точно номера не вспомню. 648-й. Белый и 3072. Вот, они между собой как бы похожи, вот, оттенки. И вышивая вот эти вот квадратики, очень получается такой деликатный переход, да, вот, границы аккуратно видны. Ну и границы потом подчеркиваются вот этой золотой ниткой, плюс еще крупный бисер. Конечно, это все настолько богато, настолько все так празднично и красиво. Вот такой красивый бант. Шикарный. Вот это место очень насыщенное, очень сложное здесь. И много было металлика. Все это вышивалось тоже разными цветами, переливы, переходы. Плюс потом вот этот бисер здесь все наслоилось. И золотой, и жемчужный. Ох, вот такая красота. Конечно, праздник. Праздник. Как это все блестит, сверкает, переливается. И вот в нитках тоже очень хорошо переданы все оттенки, переходы, ну, юбки, да, как кружево, складки кружева. Очень все грамотно. Вот. Посмотрите, какой участок, да? Такой вот небольшой участок, но тоже здесь, видите, сколько всего придумано. И золотая ниточка, и бисер, переходы там. Вот тут тоже вот серединки тоже разноцветные. Вот видите, сколько всего. Очень-очень насыщенно. Ну вот нижняя часть юбки вышивается легко. По крестикам. Быстро, легко, интересно. И бисером вышивать интересно. Потому что просто идешь, заполняешь пустоты. Вот получается, конечно, шикарно. Вот видите как. Ну потрясающе. Шикарная разработка. Я когда увидела этого ангела, так влюбилась. Без памяти, что, как говорится, была готова на все. Я его заказала. Со всеми материалами. Полностью все. Конечно, собрать такую мирабилию сложно, потому что схема, материалы, плюс еще ткань нужно где-то покупать. Все это отдельно, за доставку платить. Хлопотно, но потом, конечно, удовольствие и в процессе, ну и самое главное, результат. Результат всегда радует. Вот такие крылья большие. Ну, шикарные же, да? Конечно, вы скажете, оформляю, Юля, скорее. Я тоже очень хочу, я уже прям вижу, какое должно быть оформление. Ну, у меня сейчас немножко в финансовом плане такой момент, нужно потерпеть, потому что у меня другие расходы очень большие. Вот, пока на оформление не могу выделить средств. Иногда что-то приходится по вышивке подкупать. Вот, но про оформление пока нужно потерпеть. Посмотрим. Пусть лежат, никуда не денется, оформятся.
Вот, я бы, конечно, знаете, хотела, как оформить, я бы, конечно, хотела оформить шикарно. Золотой слип, бархатное, такое какое-нибудь изумрудное паспарту и какой-нибудь интересный багет широкий. Вот, и под музейное стекло, которого у нас здесь вообще нигде нет, и никто про него не знает. Ну, отправлять куда-то я не буду, дополнительные затраты оформлю здесь, в то, что будут предлагать, в то и оформлю. Ну, слип золотой здесь есть, и бархат на паспорту есть, посмотрим, что будет из рам. Ну, и когда буду ее оформлять, буду заодно оформлять и ту невесту тоже от Мирабилии, потому что вместе я их, думаю, что смогу разместить у себя. Тем более, она тоже у меня давно ждет, эта невестушка неоформленная, очень красивая и богатая вышивка. Вот вместе буду их оформлять. Вот. Ну, надеюсь, в этом году. Когда, не знаю, буду надеяться, что в этом году. Вот. Самое главное, что практически все. Жду бисер. Даже у меня, видите, нитка вот она припаркована. Я решила ее не отрезать. Там, где я остановилась, жду бисер, как придет, до вышиваю бисеринки. И все. И будем ждать дальше возможности оформиться. Пока у меня эта работа висит на вешалочке, прям на шкафчике, я должна любоваться ей. Все-таки столько времени она у меня вышивалась, и сразу в рулон, как-то обидно, да? Поэтому нужно ей полюбоваться. Вот, здесь у меня был мой бисер. Что осталось? Осталось много золотого, кстати, нужно будет сейчас это все пересыпать, убрать. Крупного обычного бисера. Вот так. То я как-то не туда показываю. Вот. А осталось немножко ювелирного, этого золотого мелкого. Я хотела вам показать, но это все брак. Было много брака. Такой бисер, который вообще не проходит в иголочку, даже самую тонкую. А вот бежевый у меня ушел до одной бисериночки, даже ничего не осталось. По комплекту, по схеме предполагалось две пачки вот этого бежевого цвета, бежевого, ну, жемчужного. Его нужно, получается, ну, 2,5, ну, 3, я не знаю, если девочки бывают покупают там на, как на россыпью, да, там есть такие группы, там сайты, где насыпаю, сколько нужно бисера. Вот имейте в виду, либо 2,5 пачки, либо, если уже покупаете пачками, то 3. Так, покажу вам организация, как у меня была организация. Была вот в такую большую коробку, очень удобная киевская коробка. Ну и здесь вот так, во-первых, нитки. Наконец-то я смогу их разложить уже, потому что завершила процесс, все оставила как было. Думаю, покажу вам, потом уже сяду за разбор. Вот, ниток. Надо постепенно довышивать всякие мои такие старты. У меня очень много стартов, где вот прям много ниток. Все это нужно разобрать, разложить, чтобы моя палитра была, ну, не растянута по всем процессам. Как-то нужно все-таки немножечко сгруппироваться. Вот, поэтому эти нитки я сейчас буду разбирать. Вот, такой были коробочки без крышки. Крышка отдельно лежит. Уже не имеет значения. Кстати, вот она здесь еще одна с корнем была. Мусорничка, тоже сейчас выбрасываем. Такая бескорнюшечка. Все, она отработала. Здесь тоже были иголки. Видите, бабочки весенние. Вот люблю мои красавицы бескорнюшки. Так, ну и какие у меня здесь были нитки от Rainbow Gallery. Так, что такое? Эта нитка просто так здесь лежит. Значит, что у меня здесь использовалось, что завершилось. Давайте посмотрим, так, наверное, проще будет. Так, ПБ-01 и 02 ушли по одной бобиночке. Так. Сейчас хочу показать. Так, вот еще ПБ-01 практически ушла еще одна. Видите, сколько осталось? Это я пользовалась, и это я пользовалась. Почему-то тоже, видите, открыла ее. 0,2 целая. 0,2 целая. 0,1. Ой, тоже целая. В общем, получается, нужно вам брать по 2
по 2 бобиночки Rainbow Gallery PB0201. Так. И также я здесь использовала PB14. Ну, там чуть-чуть его нужно было. И также я использовала ND2. Он вообще не отсюда, это с другой мирабили, просто нужно было делать бленд. Но так как мне не хотелось делать бленд, я взяла этот цвет, он как-то между ними попадает, чтобы не две было нитки, не сильно толстая, а просто одна. Вот, и вот, вот такой ниткой я вышивала. Вот то, что у меня осталось. Все пригодится, я надеюсь. Бывает, вот так складываешь, складываешь, оно не пригождается. Всегда что-то нужно будет другое. У меня столько мирабилий лежат и ждут вышивки, а я так мало вышиваю в последнее время. Так, ну это бисер, остатки, коробки просто нужно будет выбросить. Хочу пересыпать сейчас вот этот золотой бисер. Это все, что тут разберу, выброшу. Что тут осталось? Вот такой ниткой я пришиваю бисер. Это наше производство Петалюда. Бабочка называется. Сороковка Суперлюкс. Она такая, знаете, очень плотная, классная нитка для бисера. В общем, мощная. Вот. Ну, это были дополнительные мотки. Нужно будет их тоже сейчас перемотать, разобрать. Все по местам разложить. Очень я рада, что у меня постепенно... Хоть какие-то процессы немножко собираются, завершаются. Это у меня был такой парковщик, но очень неудачно, очень тонкий здесь материал. Для организации ниток никак не подходит. И это такие вот золотые ниточки. Это, по-моему, у меня от Dimensions остаются. Я их вот так просто складываю в пакеты, потому что что-то будет вышиваться подбором. Ну, в общем-то и все. Вот они все... остатки. Ну, конечно же, схема осталась. Вот у нас схема оригинальная. Я вышивала в основном по копии. Иногда какие-то участки по оригинальной схеме карандашом вычеркивала. Можно это все стереть, потому что она плохо копируется, сканируется, сами понимаете. И я вышиваю вечером. Глаза очень устают, вот когда оно вот такое вот мешанина. Поэтому, конечно... Какие-то участки я вышивала чуть-чуть по оригинальной, но потом все зачеркивала. Ну, в принципе, какая разница, я их, эти схемы не продаю, ничего с ними не делаю, поэтому вот так. Вот такая история у этой красавицы, у этого ангела. Ждем бисер. Как только он придет, я сразу довышиваю и все. И хочу уже записать конкретную дату. Ну, в принципе, я буду считать, что это финиш у меня марта, да? Потому что всю основную работу я выполнила в феврале, январь, февраль. Вот, а в марте уже совсем чуть-чуть. И у меня, ну, как бы в январе, можно сказать, в феврале есть какие-то финиши, да? А вот в марте нет финиша, поэтому будем считать, что это у меня финиш марта. Мне будет приятно, что у меня есть финиши. Ну, как-то так. Вот такая красивая получилась вышивка. Размер основы я не сказала, 50 на 70. По ширине здесь, ну, видите, в аккурат отступы. А в высоте еще немножко осталось. Скорее всего, нужно будет где-то так отрезать. Небольшой, ой, не видно вам. Вот так. Вот так, скорее всего, нужно будет где-то отрезать, оставить отступ. И вот небольшой такой кусочек я себе заберу на какие-нибудь бескорнюшки, на какие-нибудь небольшие прикладные штучки. Иногда все-таки делаю, поэтому пусть будут. Вот, то, что у меня по финишам. Сейчас я вам начну показывать мои старты, что я тут уже себе начудила. Так, идем дальше. Старт я вам показывала уже в каком-то видео, в предпоследнем, не помню, что я купила вот такой вот наборчик от Dimensions, небольшой. Да? Это у нас две закладочки такие элегантные должны получиться. Я не вышивала еще ни разу закладки. У разных фирм есть свои предложения. Ну, мне было интересно попробовать Dimensions, тем более, что здесь расчет сразу на две, видите, в таких нежно-голубых цветах и такие нежно-розовые персиковые цвета без закладочки, очень симпатичные. Я решила попробовать
вышить вот эти две закладки. Вот. Ну и что у меня есть на сегодня. Сам процесс, конечно, очень легкий, но так как я вышиваю редко, поэтому у меня, в общем, процесс еще не завершен. Только наполовину, можно сказать, вышита работа. Вышиваю на пяльцах Нурги, вышиваю первую половину, поэтому у меня вышилась половина одной закладки и половина второй. Вот, ну а сейчас я уже переставила на вторую часть и иду, в общем-то, к финишу. Сначала вышью вот эту с цветочками, с розовыми цветочками, потом голубенькую. Ну, в принципе, главное здесь найти время и сесть за вышивку. Здесь нет ничего сложного, все очень-очень просто. Но Dimensions, он умеет даже простые дизайны обыгрывать настолько интересно, что в каждом дизайне есть своя изюминка. Здесь, к примеру, используется кладевой стежок и бэкстич вот такой вот, который создает некоторую объемность и рельеф у закладочки. Вот видите, сейчас вышиваю гладевой стежочек. Вот, а здесь вот так украшают французские узелки. Здесь тоже, конечно, есть французские узелки, но не так много. Вот. Потом, конечно, нужно будет их собрать, эти закладки, пришить им вот такие элементы украшательные, уголочки. Вот, и сделать жгутики. И все. И будет вот такая красота. Очень интересно. Хотелось бы, конечно, чтобы в марте у меня все случилось, чтобы у меня все-таки, ну, финиши как-то происходили, не только старты. Надеюсь, что и бисер получу дошить, ангела. И вот эти закладки я все-таки хочу завершить. Но время есть. Я надеюсь, что я смогу завершить и собрать, ну, хотя бы дошить их. Вот. Почему так говорю? Потому что я сейчас подсела на хардангер. Мы к нему сейчас постепенно дойдем. Ну, нитки здесь вот у меня просто так, они на планшетках. Иглы припаркованы. В общем, никакой особой организации. У меня есть такая корзиночка очень удобная, где у меня лежит этот процесс. И я по вечерам иногда его вышиваю. Здесь 14-й каунт Аиды. Вышивка идет очень легко. Ну, в общем, вот. Пока больше сказать нечего. Все просто, понятно, приятно, красиво получается. В общем, производитель, качество и результат которого мы все знаем, мы любим и уважаем. Вот такой вот здесь у меня процесс уходит в стороночку. И мы идем дальше. Так, дальше хочу показать вам фистралов. Этот процесс, конечно, оказался для меня очень-очень сложным, потому что здесь сложная схема. Да, здесь не просто как бы сама цветовая гамма, все такое, знаете, синяя, и зацепиться не за что, потому что когда вышиваешь, ну, все-таки ориентируешься на какие-то соседние крестики, цвета, элементы. Здесь все просто синее, и очень легко потеряться. Разметку я не делала. Вот сейчас, глядя на работу, я думаю, что, наверное, нужно будет сделать разметку, иначе, конечно, я буду долго еще мучиться и плакать. Вот, но, тем не менее, я делала над собой невероятные усилия, чтобы продвинуть эту работу, вышить какое-то количество крестиков, ну и, конечно же, вышить вот этот сложный, замудренный двухцветный бэкстич. И я вышивала, корпела, и кое-что я, конечно, выполнила в этой работе. 50% готова, но потом я, в общем-то, и сломалась, потому что я поняла, если я буду себя заставлять ее дальше вышивать, я хотела ее завершить, я брошу вообще всю вышивку, возненавижу все на свете, ну, все, что связано с нитками. Ну, очень-очень тяжело она мне дается, вот правда. Есть, наверное, девочки, которые с любым процессом быстро справляются. Вот у меня с данным дизайном, ну, в общем-то, есть сложности. Я его могу вышивать максимум 500 крестиков. И вот я посмотрела по саге, 500 ровно у меня прям редко когда бывали дни. 450, максимум 470, ну, где-то там 600 иногда бывает, но в основном до 500, и мне нужно менять, потому что вот мне не то, что тяжело синими цветами вышивать, я устаю, потому что я теряюсь в этой работе. Я теряюсь,
мне постоянно приходится менять нитку, думать, с какого края мне еще можно зацепиться, где еще чуть-чуть мне что-то можно повышивать. Вот. И я думаю, что все-таки надо сделать разметку, иначе работа залежится. А здесь уже, ну, 50% выше, это самое сложное, в общем-то, какие-то вот бэкстичи, там детали. Осталось довышивать еще чуть-чуть, и все. Поэтому, ну, буду стараться, наверное, брать ее. Пока вот не хочу, но немножко сейчас я поиграю со своим хардангером. И буду брать ее, вышивать вот так вот набегом по 500 крестиков, чтобы к концу года все-таки ее дошить и не оставлять. Ну, вот из расстояния смотрится очень-очень интересно. Здесь у меня Линда 27 аккаунта, такой кофейный цвет, античный. Ниточки, конечно, все по ключу, и вот со стороны прям как газета смотрится, очень все так гладенько, все ровненько, красивенько. Что тут скажешь, Линдочка, очень приятная ткань, мне все, в общем-то, по сочетанию основы и ниток нравится. Вот вышивать, конечно, тяжело. Ну, как я и сказала, буду пробовать делать разметку и как-то преодолевать эту работу, все-таки надо. Вот, она в планах у меня стоит, посмотрим, что будет получаться. Ну, я буду стараться. Вот как-то так. Так, идем дальше. Посмотрим на другие мои процессы. У меня был какой-то такой момент. Мне хотелось начинать. И я начинала. Хотя, в общем-то, сама себя всегда уговариваю. Не надо начинать, надо завершать. Но хотелось поначинать, я поначинала. Вот. Поэтому... ничего уже тут не поделаешь. Так, а где картинка, где обложка? Сейчас иду искать обложку. Итак, следующий процесс, старт этого года. Это Dimensions, ангел Рождества. Размер работы 35 на 40 сантиметров. Это не год коллекция, обычная коллекция, но рождественская коллекция вот, с веночком. Вот. В планах у меня... в этом году стоял этот процесс, этот набор. Я его искала с огромной любовью, приобрела и долго о нем мечтала. Очень красивый ангел. Здесь такая одежда, очень яркая, насыщенная, красивая. Даже несмотря на то, что это не gold коллекция, здесь не так много стежков насыщенных, тем не менее, очень-очень красивое одеяние. И вот мне прям какое-то время этот ангел не давал покоя, все хотелось его начать. Поэтому я при случае, у меня выдался какой-то день, был такой более свободный, было и настроение, и я взялась за подготовку. Подготовка была у меня такая... длительно, потому что я стирала основу. Набор-то очень старый, 93-го года. Основа была такая припыленная, поэтому я стирала основу, проклеивала здесь края лаком для ногтей. Это самый-самый эффективный и удобный способ для обработки края основы, поверьте. Годами проверено, ничего не лохматится, к утюгу не прилипает. Вот, также я разбирала нитки, тоже стирала, видите, красные оттенки, я их стирала, сушила, тоже развешивала, утюжила, ну, в общем, знаете, очень много у меня заняло времени для подготовки. Ну, здесь я решила использовать органайзер от Пака, кстати, его очень давно не пользовалась и подумала, почему бы не воспользоваться этим органайзером, все-таки лежит-лежит, надо пользоваться. Вот такие здесь нитки яркие, сочные, ну и вроде бы неплохие, потому что в старых наборах всегда есть вот эта опаска, что попадутся гнилые нитки. У меня такое было, и знаете, настроение на вышивку пропадает у меня моментально. Если мне не нравится что-то в материалах, все, мне потом не заставишь вернуться к процессу ни за что, потому что процесс для меня тоже важен. Не просто результат терпеть там какие-то нитки нехорошего качества, хочется вышивать с удовольствием. Вот, ну и показываю вам, вы видите, здесь самое-самое начало. Начала, чтобы сбить оскому, очень хотелось мне попробовать. Процесс идет очень легко, с таким, знаете, азартом все вышивается, нет каких-то сложностей, просто берешь и вышиваешь, и невозможно остановиться.
старалась сразу выполнять стежки, бэкстича, там, кординг, коучинг, ну, все, что попадалось. Ну, в данном случае, вот, золотую здесь я эту веревочку крутила, пришивала. Вот так вот она обрамляет юбку. Очень все это красиво, нарядно. Такие цвета насыщенные, праздничные. Ну, что сказать, Dimensions умеет. Самое главное, это все вышивается очень легко, очень интересно. Вот такая будет красота. Хотела я заменить здесь основу на равномерку. Долго думала. Ну, здесь 18 каунт. 18 каунт из основ, которые я знаю, только на лен можно заменить. И мне показалось, что на льне столько сложений нитей, ну, как бы насыщенная такая вышивка будет его, наверное, как-то искажать. И, может быть, не очень будет это удачно, как не очень будет практично держаться вышивка, либо, может быть, ткань перекосит. Ну, в общем, я думала-думала и в итоге решила вышивать на оригинальной основе, на Аиде. Ну, и вы знаете, вот вы видите даже через камеру, никакие дырочки, ничего не просвечивает. Все очень красиво смотрится. Вот только, знаете, Аида белого цвета, вот она как бы в глаза бросается, что это Аида. А остальные все, потому что здесь это даже не бежевый такой, он как бы чуть-чуть сливочный оттенок. Такой, знаете, очень деликатный. Вы не просто так подобрать к нему какую-то основу. Тем более по интернету, по картинкам, так просто не подберешь. Вот. А вообще все аиды цветные, их не видно, что там, что это аида. Ну и глазам легко вышивать, тоже плюс. Поэтому решила так уже быть, оставлю, думаю, эту аиду. Не буду себя мучить. А то куплю ткань, потом не подойдет, надо еще покупать, деньги, все, в общем, как бы непросто. И, ну, начала на Аиде. Вы знаете, хорошо вышивается, легко, приятно, это самый главный процесс. Ну и смотрится вот все красиво, видите, красиво. Мне нравится, я не могу сказать, что что-то как-то. Вот такая красота. Пока этот процесс лежит, мне хотелось просто начать, посмотреть. Вот пока он у меня откладывается до осени, до зимы. Потом я опять к нему вернусь, я так думаю. Раньше, наверное, нет. Потому что сейчас у меня другие настроения, как обычно весна. А весной хочется цветы, что-нибудь легкое, что-нибудь такое воздушное и вдохновляющее. Вот процесс пока у меня откладывается сторону. Давайте посмотрим, что еще у меня происходило за эти дни, что происходило. Я вам показывала какие-то свои покупки. Не показывала. Я говорила, что я сделала некоторые покупки, но я вам их не показывала. Да, я же видео не снимала. Вот, поэтому теперь буду показывать вам все вместе. Купила я вот такой набор Dimensions, частичная вышивка. Вот такая вот лошадка. У меня есть некоторый положительный опыт вышивки, вот именно частичной Dimensions. Увидев эту лошадку, мне стало интересно, что это за набор. Решила проэкспериментировать и купить. Ну, не всегда же как бы вытаскиваешь счастливый лотерейный билет. Иногда бывают и промашки. Вот. Ну, в общем, вот такая вот лошадка пришла ко мне. Наборчик очень старенький. Сейчас скажу, 90-х годов каких-то. Отсвечивает. Так, где ты? Где напечатана? 92-й год. Да, 92-й год. Я открыла, ну, такой был, знаете, запах старости, поэтому я решила постирать на свой страх и риск. Ну, постирала я, погладила, ничего не испортилось, краска не потекла, все, в общем-то, ну, нормально, достойно держится. Вот, ну и я приступила снизу, мне захотелось вышить эти цветы, посмотреть, что получится. Вот, ну, здесь я не очень рада, довольна, точнее, результатом, потому что здесь настолько все очень примитивно и недоработано. Ну, в принципе, здесь на картинке так оно и есть. Вот если посмотреть, видите, какие расплывчатые цветочки непонятные, что оно там такое. Вот, я, чтобы
немножко спасти ситуацию, стала сама делать какой-то бэкстич, хоть как-то подчеркнуть цветы, потому что вот видите, вот они такие, без бэкстича никакие. Вот, конечно, не очень мне понравилось, что тут у нас получается. Вот, но я все равно вышью эту лошадку постепенно, в течение года. А здесь немного вышивки, что тут? Вот тут букетики, цветы. Ну, в принципе, ну, как и есть, что вышивать, конечно. Седло тут, цветы, ленты, вот тут. Ну, как-то не так, чтобы совсем прям ничего, но есть, что повышивать. Ну, постепенно буду продвигаться, шаг за шагом, чтобы сильно не расстраиваться. Ну, пусть будет вот такая вышивка. Иногда бывают и пролеты, что сделаешь, невозможно все угадать. Ну, было интересно посмотреть. И вот такой вот наборчик у меня купился, начался. Вот. Ничего, потихоньку вышьется. Сам дизайн очень симпатичный, цветовая гамма приятная, нежная. Вот. Ну, проработка такая вот, не очень. Вот, что у нас здесь, девочки. Нитки покажу. Ниток немного, вот они у меня вот здесь, вот так, на органайзере, такие ниточки. Ну ладно, вышьется потихоньку эта лошадка, ну что ж, бывает, да, бывают и такие разочарования, пусть не прям совсем разочарования, но тем не менее, конечно, я ожидала лучшего. Ладно, ничего, подделаем, подремонтируем лошадку, пусть живет, раз она столько лет пролежала, никому была не нужна. Значит, пусть живет у меня. Вышится. Чего-нибудь с ней я сделаю. Вот. Так, что еще? Сложно, конечно, все прям вспомнить, что у меня там происходило за это время. Ну, особо у меня рукодельной деятельности нет. Так, по чуть-чуть я то там, то сям чуть-чуть вышиваю. Поэтому нужно мне как-то сконцентрироваться на нескольких процессах и с ними работает. Ну, в принципе, я вот на этот месяц себе взяла дорожку Хардангер, то у меня новый процесс, и закладки. Вот. А дальше я вам, наверное, потом покажу, какие процессы я планирую чем заниматься. Про Хардангер. Я вам говорила, что я заинтересовалась Хардангером, книгу даже себе купила, схемы стала себе качать, рассматривать, изучать. Вот. И мне хотелось сделать себе дорожку, вот на мой комод, как я делала вот с вышивкой, сделать в Хардангере. Долго я думала, подбирала рисунки, смотрела, думала, потому что, знаете, я вот хотела, чтобы у меня край был вышит, а центр был пустой, потому что в центре я все равно ставлю какие-то предметы, ну, шкатулки, там, фотографии, еще что-нибудь, ну, что-то ставлю. Вот. А край хотелось бы, чтобы он был у меня вышит именно. Есть такие дизайны, где именно центр вышит, а край пустой. Я хотела вот, чтобы край был вышит, а центр пустой. Вот. Искала и нашла вот такой вот дизайн на просторах в интернете. Вот такая вот схемка. Описание там вроде есть, нет. Сама схема из журнала и ее картинка не очень четкая, там схема тоже не очень четко отсканирована. Вот. Но для тех, кто разбирается в Хардангере, им, в общем-то, просто разобраться, для меня не очень просто. Мне, конечно, нужно вот с этим было очень сильно поработать, подумать. Но я думаю, что я разберусь, но я надеюсь, по крайней мере. Тут себе сидела, чертила, где что надо прорезать, где не надо прорезать, потому что, знаете, одна ошибка здесь в Хардангере, как у хирурга, все, и все провалилось. Итак, что у меня здесь на основе? Основу я постирала, это моя Лугана. Она, опять же, у меня села очень круто. Вот, ну и ладно. И я решила сделать в голубых тонах. Схема у меня была, я ее нашла, мне она приглянулась. Есть переплетение Хардангера, ну и в то же время не очень сложные переплетения, не очень сильно насыщенные. Вот этого эффекта я хотела, потому что дорожка-то большая, работы много. И я хотела более-менее ровный край, не сильно там какие-то зигзаги. Я не люблю, когда там какие-то ромбы, края. Мне нужно, чтобы от краю до краю, как говорится. Вот. Ну...
По дизайну получится, конечно, она узковатая, примерно 50 сантиметров по ширине. Или чуть меньше, не помню уже, или 45. Надо будет еще раз померить. Вот. Значит, рисунок у меня был выбран. Нужно было выбрать цветовую гамму. Долго не могла определиться. Думала, в каких же цветах сделать. Вот. И решила. У меня есть такое одеяло. Зимнее, очень теплое, красивое, любимое. Оно у меня примерно в таких оттенках. Вот где-то вот в таких вот. И я решила, что сделаю я себе такой зимний комплект. Но у меня есть и весеннее покрывало тоже в каких-то таких вот более темных оттенках, тоже туда подойдет. Поэтому я решила сделать дорожку, которая будет подходить, в общем-то, к двум комплектам, и весеннему, и зимнему. Это мне подходит тоже и к весеннему, и к осеннему. У меня есть тоже такое покрывало в таком кирпичном цвете, поэтому как комплект идет. Я люблю менять цветовую гамму, не постоянно одно и то же в спальне. Вот. И захотелось мне сделать что-то еще вот к моим двум одеялу и покрывалу, так сказать. Вот поэтому я смотрела по палитре, нашла вот эту нитку. Как только я ее увидела, у меня сразу все в моей голове нарисовалось. Вот. Я захотела вышивать этим меланжем. Это у нас номер 67, правильно? 67. Да, номер 8 нитки, 10 грамм, ДМС, перлекотон. Такая вот ниточка, меланж, очень она деликатная, красивая. Вот, и, в общем-то, я начала себе так процесс. А серединку я хотела сделать, ну, какую-нибудь, наверное, контрастную. И взяла вот такой меланж. Вот такой меланж, это у меня 93 номер. Видите, очень такой именно зимний, синий. И стала вышивать алжирские глазки вот этой ниткой, меланжем. Вот. Сначала мне понравилось, получилось контрастно. Когда я вышила уже очень много, я увидела, что как-то очень пестро и очень запутанно. Я вам ставлю фотографию. Я делала фотографию для Инстаграма и ВКонтакте. Выкладывала, показывала, как оно смотрится. Вот. Как-то очень, знаете, запутанно получилось. И я думала, что-то, думаю, не так. Не нравится мне, как получается. И с мужем давай советоваться. И, в общем, он у меня молодец. Так вот, знаете, отстраненным взглядом может видеть некоторые вещи более четко. И мы с ним определили, что этот цвет сюда не подходит. В принципе, неплохо, но немножко он сюда как бы лишний. И мы решили, что здесь будет одна ниточка меланжа, вот этот 67-й, а серединка будет просто белым цветом. Ну и так мне нравится намного больше. Цвет он более нежный, переходы аккуратнее смотрятся. Вот. Ну и вот так вот будут смотреться вот эти вот дырочки. Да? Пока я вышиваю алжирские глазки, вот эти дырочки вышиваю. Как только довышиваю, вот их здесь осталось еще... Ну, много. Ну, вышиваются они, конечно, быстро, но еще много. И я перейду к ажуру. Мне нужно будет резать и ажурить. Боюсь, потому что можно очень запросто ошибиться и сделать какую-то непоправимую ошибку. У меня нет точной инструкции, поэтому мне самой уже приходится, читаю книгу, и самой приходится себе здесь вот рисовать, где что, как разрезать, как переплетать. Вот. Ну что, надо пробовать. Даже если я ошибусь, что делать? Надо пробовать, надо идти вперед. Вот. И не бояться. Даже если будет ошибка, я заново что-нибудь еще выше отрежу этот кусок и, ну, переделаю, в общем, так. Конечно, мне этот кусок очень нужен. Он у меня длину... По длине тогда ткани не хватит. Ну, что-нибудь другое сделаю, придумаю. В общем, такой у меня процесс. Это у меня как раз боковинка. Работаю я над этим участком. Как только здесь я этот участок завершу, я тогда возьму и пойду уже выводить длину. Этот процесс у меня надолго, как вы понимаете, на целый год, потому что большой объем, 50 на 150 сантиметров. Все это вышивать, ажурить.
Ну, вот этот участок у меня вышивался долго, потому что я долго разбиралась со схемой. Долго я разбиралась, вот как нужно обрабатывать край. Да, вот ну, здесь будет по краю ровно обрезаться. Вот так. И я часто путалась вот на поворотах. Вот где-то что-то мне приходилось часто распускать. Вот пока я не вошла в этот ритм по счету. Вот, все-таки это хардангер, это счет на гладь, тут тоже все считать нужно. Вот. Но постепенно привыкаешь ко всему, учишься. Мне нравится. И знаете, вот хардангер, он умеет затягивать. Это такая зараза, такой наркотик, невозможно оторваться. Хочется вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Я вам честно скажу, опаснее, чем крестик. На крестик подсаживайся, а здесь так это вообще невозможно остановиться. Это, наверное, как вязание, потому что там уже руки автоматически работают, ты быстро так-так-так-так-так вяжешь какие-то там петельки. Здесь примерно то же самое, только нужно считать и тоже поворачивать, ну, пяльцы, да, там вот эти вот лепесточки, когда вышиваешь, там поворачиваешь лево-вправо, лево-вправо. И быстренько их вышиваешь в два прокола. Вот. Ну, мне нравится, что получается, конечно, классно. Классно-классно. Цветовая гамма такая очень спокойная. Так, покажу нитки. Покупала я, делала заказ у Петолюды, это наш производитель. Вот. И когда у них делаешь большой заказ, они все время какой-нибудь подарочек кладут. Мне положили вот такую коробочку. Такая классная. Мне очень понравилось. Ну, вот тут у меня моточки мои. Взяла 5 таких моточков. Белые у меня были. Ну, и вот один такой, но он у меня уже, как говорится, акера. Он уже у меня не будет участвовать в моей вышивке. Вот сюда его. Вот. Ну, а эти 4 у меня в процессе. Все уйдут, конечно, еще и мало. Вот у меня на боковушку полмотка ушло. Вот, поэтому, если так прикидывать, то по одной линии у меня должно уйти 3 мотка с одной стороны, 3 с другой. И полмотка еще туда. Ну, посмотрим, что получится. Я да, закажу, это не проблема. Купить нитки белых у меня много. У меня их там 3 мотка белых есть. Я покупала вот Анкор. Чуть-чуть дешевле они были. Ну, кстати, скрутка здесь другая. Мне вот от ДМС нравится больше. У них плотнее скрутка. Они такие потоньше. Получше у них скруточка. Ну, эти мягкие. Ну, в принципе, тоже неплохие нитки. Вот, девочки, вот такой у меня здесь идет процесс творческий. Я тут себе придумываю разные сложности. Но уж очень хочется мне выполнить эту дорожку, чтобы она была такая красивая, ажурная, переплетение. Будет такая вещь на года. Вот. И знаете, каждый год хочется делать по одной дорожке. Вот. Ну, это мечты, как всегда, идут вперед наших рук. А пока мне есть над чем работать. И в планах у меня на март вот этот участок выполнить. Плюс мои закладки. Их нужно мне завершить. Потому что я их... Они не сложные, они маленькие. Поэтому их обязательно нужно будет в марте завершить. И будет у меня хоть какой-то финиш. Будет приятно. Так, что по процессам? Что по процессам? Ну, я надеюсь, что процессы я вам все показала. И есть у меня немножко покупок. Давайте я вам покажу покупки. Так, ну давайте пробежимся быстренько по покупкам. Показывала я вам в планах на этот год, что я заказала себе вот такой вот набор. Точнее, купила на Etsy, там, где распродают всякие старые наборы. Иногда что-то хорошее попадается. Вот, ну, тоже в зависимости, как повезет. Мне понравились очень эти носочки. Я когда их увидела, прям влюбилась. Они такие какие-то уютные, теплые, как сказать, очень, очень они милые и уютные. И несмотря на то, что я, в общем-то, игрушки не вышиваю, вот эти носочки мне захотелось приобрести. Я прям так загорелась, прям болела. Думаю, как же мне их найти, купить эти носочки замечательные, эти пинкипчики. Вот, и мне повезло, я нашла, в принципе, по доступной цене. Ко мне все пришло, он запечатанный. Конечно, старенький, он весь такой, знаете, уже запыленный-запыленный. Но внутри все есть, видите, обложка уже желтая вся.
Но неважно, главное, все материалы есть, и я буду делать эти носочки. Вот сейчас у меня нет настроения начинать, может быть, к зимой, там, к осени. Сейчас хочу каких-то цветов. Вот, буду думать, что у меня там будет на апрель месяц. В принципе, я знаю, что мне нужно вышивать в апреле месяц. Мы посмотрим, как настроение. Вот, это прям вот мечта у меня исполнилась. Дальше. Вторая мечта. Очень давно я смотрела на эту юбку. Вот этот дизайн есть и в юбке, и в носочке, и в картине. Очень мне нравится композиция. И давно я думала купить какую-нибудь юбку сделать. Вот. Думала. И вы знаете, все эти покупки я делала, ну, где-то там под Новый год, когда было такое настроение. Я думаю, ну, это все будут мои подарки на Новый год. У меня муж вообще практичный, он не покупает мне подарки, он говорит так: бери деньги и купи себе все, что сама хочешь. Он не умеет это все делать, поэтому не ограничивайся, купи все, что тебе нужно. Вот. Ну, а почему бы не купить себе несколько наборчиков? Потому что я сейчас часто и много покупок не делаю. Иногда вот у меня, на меня нападает, мне хочется что-то притащить к себе в норку. Хомяк никак не успокаивается. Хотя у меня столько всего хорошего, нужно просто брать и вышивать. Вот, ну, в общем, юбка появилась. Давно о ней мечтала. Прям вот оригинальный такой огромный набор. Такая большая, красивая будет юбка. Шикарная. Вышивается она на 10-й Аиде. Здесь вот ниток столько много. Кусок канвы такой огроменный. Прям ух. Все запечатано. Вся такая красота. Ну вот, надо брать и делать. Ну, пусть лежит. Когда-нибудь я думаю, что я дойду. А это наборчик так к рукам прилип, потому что был дешево. Я думаю, ну раз дешево, надо брать. А что? Пусть будет, пригодится. Вот такой вот детский, очень милый, симпатичный дизайн. Быстро пришел. Нитки все вот тут есть. Такой, ну, пусть будет в коллекции, ладно. Может, с кем-то поменяюсь на что-то. Такие дела. Вот, а этого ангела я хотела купить. Эти ангелы у Dimensions, они уже очень-очень редкие, очень-очень дорогие. Вот. Ну, в принципе, я то, что мне нравилось, я уже все собрала. Больше мне, в принципе, ничего уже не нужно. Этот ангел мне очень понравился. Она нежная. Эта девушка не рождественская, а вот именно просто такой вот ангелочек звездный, красивый. Снова здесь вот такая вот Аида. Ниток немного, кстати. Такой вот пучочек. Всего лишь. Но вышиваться, я уверена, будет очень интересно. В год по одному ангелу и будет красота. У меня сколько нужно вышить ангелов? Вот этот. Плюс, ну, который я начала. Он у меня в процессе рождественский. Плюс в наборе у меня есть еще один. Тоже рождественский ангел. И два ангела в схеме. И я думаю, что больше мне не надо. Вот такой вот у меня план. Такие у меня покупки. В принципе, по плану, о планах я вам немножко рассказала. Я думаю, на этом я и сконцентрируюсь. Вот. Как только я что-то завершу, что-то как-то у меня будет, ну, уже немножко продвигаться в моем рукоделии, я надеюсь, найду время, сниму вам все, покажу, расскажу, какие у меня там еще новости. Ну, пока вот, вот такие у меня новости, такие у меня события. Не богато, но тем не менее, все равно рукоделие есть и как-то продвигается в моей жизни. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.